тем, что на поле оказались игроки, которые не сдались. Обычно при 0-2 сдаются. Вот повезло с игроками. То, что они до конца вели борьбу и нашли свои шансы. Пошла подача с углового, я отклеился от игрока и забил головой. Суперские эмоции, тем более в дерби. Забивать голы всегда приятно, особенно в таких матчах, как дерби. Матчи с Спартаком — это вдвойне большие эмоции и огромное наслаждение. Важнее, что мы показали себя как команда, проявили характер. Полный стадион, и я побежал сразу к нашим болельщикам. Когда болельщики гонят тебя вперед и открывается второе дыхание, хочешь показать себя и всему стадиону. Для любого игрока дерби — это показать, кто сильнее.